поздравляю с замечательным днем республики, желаю благополучия, процветания республики. Мне очень приятно, что тот форум, который сегодня проводится на Чувашской земле, он как раз ищет новые источники роста. И, конечно, одним из важнейших источников роста является малый и средний бизнес. И здесь, на этой благодатной почве, которая создана в Чувашии, когда за последних 5 лет мы видим, как динамично меняются показатели развития малого и среднего бизнеса, конечно, на такой почве, без сомнения, эти ростки очень быстро прорастут. Я всех от всей души поздравляю еще раз.